жилой комплекс Гванлин. Не могли бы вы представиться? Я тут просто смотритель. Ходят слухи, что здесь творятся очень странные вещи. А это? Новая история? Что это? Проклятый дом. Есть антиплесень? Тут очередь. Мужчина, поселившийся на пятом этаже, рассказывал то же самое. Не входите туда. Жена все узнала. Можно мне пожить здесь? Люди слышали странные звуки. Не слушайте ничего. Над вами никто не живет. Я знаю, что вы там, детишки. Откройте дверь! Любимая, никому не говори, что я тут моюсь. Ты попросил не говорить, что ты в душе. Я же просил никому не говорить, что я тут моюсь. Проклятые люди. Там постоянно кто-то умирает или пропадает. Прямо за твоей спиной. И кто вообще в наши дни моет голову в раковине? Здравствуйте. Что здесь произошло? Призрачный дом. То, что вы рассказали, правда? У меня в запасе еще много историй. Смотрите в кино.